Калифорнии бушуют лесные пожары. Сотням человек пришлось покинуть свои дома. Власти штата объявили чрезвычайное положение. В выходные на севере Калифорнии бушевало более 20 пожаров. Многие из них начались в результате удара молнии. Огонь уничтожил несколько жилых домов, еще более 450 под угрозой возгорания. В основном это многочисленные ранчо, расположенные на склонах холмов в окружении дубовых рощ и густого кустарника. Не менее 650 человек были эвакуированы. Уже выгорело 90 квадратных километров к югу от озера Клир-Лейк, популярного места летнего отдыха американцев. С огнем борются из земли и с воздуха, задействовано около 9000 пожарных. По приказу властей штата к тушению пожаров также привлекли Калифорнийскую национальную гвардию. Ситуацию усугубляет сильная засуха, которая не прекращается в штате последние несколько лет. В борьбе с огнем погиб один пожарный.